морозит. А дети? Дети где? Алёшка, я скажу, что ты чужую книжку украл. Чего-чего? Скажу. А? Ну чего ты? Иди, иди. Говори. Не скажу. Все равно скажу. Марина! Марина! Ты хоть бы чаще появлялся у нас, знаешь, ведь как он скучает. Вот что, Наталья. Пускай Игнат живет со мной. М? Ты что, это серьезно? Ну, ты же сама как-то говорила, что он бы хотел этого. Тебе просто ничего нельзя сказать. Ты что, воображаешь, что все это я придумал для собственного удовольствия, развлечений? Давай без лишних эмоций спросим у него самого. Как он решит, так и, кстати, и тебе будет легче. В чем мне будет легче? Игнат? Ты учебники собрал? Иди попрощайся с отцом. Игнат? Мы с мамой хотели тебя спросить. Чего? Может быть, тебе лучше у меня жить? Как? Ну, остаться здесь, будем жить вместе. В другую школу перейдешь. Ты ведь говорил как-то маме об этом, нет? Что говорил? Когда? Да нет, не надо. Нет, а мы с ней действительно очень похожи. Вот уж ничего общего. А что ты хочешь от матери? Каких отношений? Те, что были в детстве, невозможно. Ты не тот, она не та. То, что ты мне говоришь о своем каком-то чувстве вины перед ней, что она жизнь на вас угробила,
Что ж ты от этого никуда не денешься? А ей от тебя ничего не нужно. Ей нужно, чтобы ты снова ребенком стал, чтобы она тебя могла на руках носить и защищать. Господи! Что я лезу не в свое дело? Как всегда. Что ты воешь? Ты мне можешь объяснить? Выходить мне за него замуж или нет? Я хоть его знаю? Да не. Он украинец. Какое это имеет значение? Но все-таки, чем он занимается? Ну, писатель. А его фамилия, случайно, не Достоевский? Достоевский. До сих пор ни черта не написал. Никому не известен. Лет 40, наверное, да? Значит, бездарность. Знаешь, ты очень изменился. Так вот, бездарен... Ничего не пишет. Почему он пишет, только не печатается? Вон, полюбуйся. Наш дорогой двоечник что-то поджег. Теперь меня штрафуют. Ты совершенно напрасно иронизируешь насчет двоек. Вот не кончит он школу, загремит в армии. И будешь ты оббивать пороги, освобождать его от службы. Причем стыдно будет мне. Это все плоды твоего воспитания, между прочим. Он не готов к армии. Кстати, ничего с ним страшного в армии не случилось бы. Ты почему матери не звонишь? Она после смерти тети Лизы 3 дня лежала. Я не знал. Но ты же не звонишь. Она же должна была сюда прийти в 5 часов. А самому первый шаг трудно сделать. Мы ведь сейчас об Игнате разговариваем, кажется. Не знаю, может быть, я тоже виноват. Или мы просто буржуазились? И буржуазность-то наша какая-то дремучая, азиатская. Вроде не накопители. У меня вон один костюм, в котором выйти можно. Частной собственности нет, благосостояние растет. Ничего понять нельзя. Ты что все время раздражаешься? У одних моих знакомых сын 15 лет пришел к родителям и говорит, ухожу от вас, все. Мне противно смотреть, как вы крутитесь, и вашим, и нашим. Хороший мальчик. Не то, что наш балбес. Наш ничего такого, к сожалению, не скажет. Представляю всех твоих знакомых. Между прочим, не хуже нас. Он в газете работает. Тоже, кстати, писателем себя считает. Только вот все никак не может понять, что книга – это не сочинительство, не заработок, а поступок. Поэт призван вызывать душевные потрясения, а не воспитывать идол-поклонников. Что мне все-таки делать? Ничего не понимаю. Как что? Замуж выходить. А ты не помнишь, кому это куст горящий явился? Ну, ангел в виде куста. А, не знаю, не помню. Во всяком случае, не Игнату. Может, его в Суворовское училище отдать? А, Моисею. Ангел в виде горящего куста явился пророку Моисею. Он еще там народ свой вывел через море. Почему мне ничего такого никогда не являлось? Мне с удивительной постоянностью снится,